Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии на десятерых Sid Meier's Civilization 6 за Конго. Напоминаю, играю я с иностранцами, так что английского будет много, и если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео, лучше смотреть начинать с самого начала. Ну а спонсоры канала все серии видят сразу, и кстати, большое им спасибо за поддержку. Приятного продолжения просмотра. И 7 городов. Вообще, мне бы еще можно поставить, конечно. It's not cheap about it. Он везде стены построил Let's просто. There's only ну ладно, я сижу до самолетов, видимо. Надеюсь, у меня будет алюминий. А с такой территорией... так слабенько. Так, тут вот катапульты точно не надо строить. А, надо арбалет построить. Блин, довольство. То у Голландии ничего, а у Австралии ничего, у России Дарича, are you here? Да, Ричи? Yes, can you hear me? Oh, you are very, very hard to hear you. So I sent you a deal. Please accept it or not. Отлично. Sorry, Spoon, I have this already from Daiichi. Congo. I think we need to get rid of the scientific city-state. I want diplomatic points. Sure. Slippy Sand. I can give you diplomatic. What's wrong with you? Two thumbs up. I gave you yesterday. Блин, они забанят научное государство. Who asked for points? I didn't hear your name. That was Mr. Innerkill. Innerkill. Okay. And do we send trade routes to whom? Oh, there's nothing for trade routes this time. No, there is like я надеюсь, что CS. What type of CS do we take? Маури no, тоже будет. Ладно, я вкину все очки, которые у меня есть в этот. Blue cities. Okay. Plus... Who wanted points? Они забанят. Ну, это бонус имеется в виду не от послов, а от вот это вот, что я получаю дополнительные очки великих людей. Ну, это плохо, конечно. What about grievances? What are we doing there? Кстати, а что там по дипломатии? Забанят. I don't know. Забанят. Научную... город. He's getting an army and he killed my city-state. Can't do Russia. Of course not.
Grumble, grumble. Блин, ну венгр так неплох. И по культуре. Ну, венгр, наверное, где-то там город-государство этот культурный имеется. Судя по всему. Yay, thanks, guys. О, отлично, я прошел. А кто еще голосовал? А, торговцев. Да, научный город, кто-то еще голосовал. Русский голосовал. Грек голосовал, кстати. Отлично, мне надо караван в Болонию отправлять теперь. Это очень хорошо. Что оно прошло? Так, ну вот после окончания 235 науки у Кореи. So now Korea has a lot of science. I don't have Korea. Can't see him. А, Тимокшу уже последнего назначим. А, я думаю, в Квиллу. Квилла получше должна развиваться, чем Бамба. Я бы еще где-то тут хотел город поставить. Вообще где-то ставятся тут города? Ну вот здесь, да. Можно, кстати, на озеро. Ну тут фиговое какое-то место. Практически без ничего. Слушайте, а что я тут открываю? Народ уже в промышленной эре где-то сидит. Ну понятно, там Корея с офигительными какими-то цифрами. Ненавижу этого грека долбаного. Как можно играть в FIFA? Просто отсидеть, то есть ни себе, ни людям называет. То есть ты не побеждаешь, и при этом вот гадить развитие соседу. То есть если бы я на него не обращал внимания, а чисто в домике играл, как это делал австралиец в начале, например, то он бы на меня напал. Блин, мне надо еще, конечно, производственные площади построить. Тут мбанзу надо построить. Но здесь у меня промышленная. Вот здесь надо мбанзу строить. Может, сейчас уже построить? Where is Korea at? Is the question.
Ну, мне университеты тоже нужны. Желательно побыстрее. Иначе я просто отстану от Кореи по науке. То есть тут надо обгонять грека по науке, а у грека явно неоткуда ее брать. Просто вот ему надо тогда... У него уже 62, он уже как бы отстает. Тут нету спуска. Clear to the right of Congo. Я так понимаю, что воюем только мы одни, да? Я бы нападал на голландца, если бы у меня не был в соседях этот чувак из Греции. О, что-то я нашел. А, вулкан переходит. Это я не нашел. Просто вулкан переходит в спящее состояние. Больше торговых путей. Так, я хочу в Болонию отправить. Из столицы, конечно. Это будет дополнительно кучу очков великих людей. Торговую республику. Это можно убирать. Содержание юнитов оставляем. Плюс 2 влияния. Это пока не ставим. У нас там нету каких-то военных действий особых. Давайте торговую федерацию. Ну вот это у меня пока. Давайте строителей тогда. И надо покупать строителей тоже. Так, маяк, центр коммерции. Болонию у меня там еще не перекупают. Кривокат почему-то Амани отправил. Интересно. Не, вот здесь чеченица очень неплохо зайдет. Вот тут колосс. Ну, конечно, морская держава Маури. Красиво все. Так, ну тут у нас гавань будет, поэтому тут мы, конечно, пока не будем делать. Вот тут мы будем. Это можно, собственно, сразу передать эти клетки. Аквакультуру. А в Болонию. Тем более Болонья еще и хотела. Так, значит, у нас сейчас... Еще раз почитаем. Кто это? Тут против меня прошло? А нафига идти? А, это даже я сам... Нет, я сам за себя так не голосовал. Кри. Венгр. Ладно. Но это претензия, оно ни на что не влияет по-хорошему в сетевой игре. Плюс 100% к типичным бонусам от города при отправке в него торговцев. То есть я сейчас, по идее, должен получать плюс 2 великих очков своего типа.
Ну, надо следующим ходом посмотреть. Это сейчас, наверное, было 19.5. У Кореи... Ну, она... Он проект явно делает. 31 очко, но он не может это быть благодаря кампусам. Неужели он столько кампусов построил? Ну, это трындец тогда. Если реально столько кампусов. Так. Что нам для авиации требуется? Картография? Нет. Давайте сначала банковское дело. Потом астрономия, он как раз ускорится. И просвещение мы должны вроде открывать скоро. Вот у меня около горы сейчас универ построится. Блин, мне надо промышленные зоны строить. На самом деле, вообще как-то подзабил на это. Ой, что там за собачка подвывает? Красиво тут у Маури, конечно, красиво. Ничего не хочу сказать. Так, 108 науки. Нет, что-то я не вижу большой разницы в очках. BD, I sent you a re-up for our... Interkill, please move your archer and worker near Harlem. Yes, yeah, okay. Yes. Next turn. You can move your archer. Oh, thank you. Ah, well, there you go. Yeah. Anyway, I need to move worker too, okay. Боже, что там за собаки так воют? Ужас какой. Я строил арбалет для того, чтобы мои здания могли стрелять как арбалеты. Я оставлю его тут. Так, универ завершен, астрономия ускорит. Давайте промышленную зону. Пора. Ну да, плюс 4, придется здесь. Блин, тут камень. Давайте, наверное, сделаем строителя, уберем камень. Здесь Sheesh. Купим строителя. I can see everything. Так, там рынок заканчивается. Блин, тут, наверное, гавань надо строить. Или не надо. Let's create 237. Ghost boom. In science. Can we kill Spoon? Sorry, Spoon, for this question. Spoon says no. Spoon has infantry in a couple turns. Infantry corps, let me clarify. I think Spoon says yes. Come on and kill me. It's a fair quest. I prefer not to be murdered, but that's just between us. Да, it's тут хреновые промышленные.
Не хочу эту дамбу строить. И дамбу-то только здесь, если вот на этой клетке. Блин. Надо промышленную зону строить, надо. Хорошо, давайте пока мбанзу тут построим. И здесь мбанзу. А потом разведывательное управление. Не понял, а почему у меня тут... А, я его отправлял. Ладно. Может, пойти ему пограбить тут? Кстати, можно в каперы выйти, между прочим, и ему тут... всякие неприятности поделать. It's turn 87. The lead is pop 10, and it still can't be bothered to build a fucking district. Ну тут Россия с Кореей, как бы, да? Ну, вы видите, насколько я уже... То есть, Горго, на самом деле, неоткуда брать науку. То есть, мне сейчас просто сидеть, ждать выхода в самолеты. По-хорошему. Горго просто неоткуда брать науку, все. Так, тут нам надо подождать. Я же не могу... А, художественный, археологический, да. Надо, значит, археологические строить пока. Ну, тут вот промышленная зона будет для Мпинды. Для Мбанзы Конго промышленная зона вот здесь. Угу. О, плюс 4. Но я тут плюс 3 хочу, чтобы она влияла и на театральную площадь, и на коммерческий район, вот это вот все. Три мастерских надо. Так, тут мбанза построена. Все равно надо промышленную зону строить. Только ты... Как ни крути. Ладно, давайте я здесь построю строителя. К Маури, только из одного города все еще, да? Может накопить денег на поселенца? Да. За главное, к Хри даже могу отправлять. Ладно, у меня из всех городов вообще бегают. Мбамба. Вот, сразу видно, из Мбамбы не бегает. Давайте отправлю торговца из Мбамбы в Нидерланды. Не думаю, что мне кто-то может чеченицу угнать. Кстати, а что по религиям? Там может кто-то религиозно хочет победить? 8, 11? Нет, не получится. Нормально все. Так...
Кстати, по религиям. Россия, Индонезия, Венгрия, Корея, Греция. О, Греция. У меня тут не распространяется случайно его религия? Maori, are you here? I am. I sent you friendship, and please send me aliens back. Yep. Yep. Yeah, that gold's probably pretty nice, huh? Mm-hmm. Alright, let's see. Oh, no. Where's the... Why won't it allow me to... I sent you. I don't know why it wasn't allowing me to make it. Так, проверим города. Рост. И здесь рост. И даже здесь. А вот здесь еще нет. Блин, может мне тут банзу сначала построить? А не коммерческий район. Давайте банзу сначала. Отличный... Уникальный район, между прочим. Да, ну тут лидеры Россия и Корея. Причем я даже больше бы на Россию ставил, потому что у нее культуры повыше. Индонезия. Индонезия. Кстати, Индонезия, смотрите, 200 науки и при этом куча денег. Так что я бы там боялся Индонезию, кто там рядом с ней. Я уже молчу, что она за веру может. Всякое покупать. Так. Вообще, кстати, раз у нас Магнус тут сидит, давайте эту клетку Магнусу вот так сделаем. Под Магнуса вырубим. Заодно мы сейчас получим шпиона. Теперь возвращаем обратно. Шпиона... Да, я, к сожалению, не вижу... Города людей, у которых больше всего науки. Поэтому придется у Маури мало науки. Вообще, у Голландии мало науки. Я даже австралийцев не вижу. Нормально. Ну, придется к Маури. Кого повысим? Может, дома не прокачивать? Ой. Не туда нажал. Чтобы уже Болонья прям вот навсегда прям. Со с другой стороны, у меня куча послов. Ладно, тут что-нибудь будем менять. This is just a strange game. Very peaceful, just kind of quiet. Guys, I don't know if you have explored the whole map, but the map itself is beautiful. We've got like one huge ocean between us all, and it's like one huge trading route towards everybody. Mm-hmm. I love it.
And we're all peaceful on it too. There's no ships, basically, which is great. У меня нету сейчас смысла археологические музеи строить, пока я не открыл, собственно, археологов. Вообще, можно эту клетку купить. Отличная клетка. Я знаю, мне будут опять писать в комментариях, почему я не прокачиваю лян на защиту от смертельных этих. Так нафига? Вот пускай он эти две клетки улучшает и все. Ну, то есть я тут не хочу никакие улучшения строить. То есть смысл. И опять же, гавань строю, потому что она строится 4 хода, а центр коммерции 7. А караваны я получу в любом случае, а желтые ГГшки нету. Что, еще один губернаторский титул? Здорово. Так. Давайте Рейну. Ее бы пересадить, конечно. И давайте Пингалу. Четыре хода гавань. Это как раз ускорение для картографии будет, да? Давайте книгопечатание откроем. Потом картографию, прямые паруса, индустриализацию. Один ход до Чеченицы. Я смогу лесопилки в тропических лесах строить, собственно, чем мы и займемся этими рабочими. Около Мбанзинсунди. Еще давайте купим, наверное, поселенца. Я хочу его поставить там. 520. Так, тут ждем. Я хочу вырубить этот лес. Hungary, I sent you a big deal. Откладываю тут производство на один ход. Ну, то есть, с Греции я иду в самолеты. Я иду в самолеты, кстати, в Банзе Конго. О, мне надо в каких-то городах оставить жителей для того, чтобы аэропорты построить. Он конкретно отстает по науке, он будет отставать. Сейчас посмотрим, что ему неоткуда ее взять. Doubt if you will. Ну, еще извержение, еще клетки улучшились. Rush, are you there? Yeah. Do you have any natural wonder where my warriors are running? Так, 4, и так, 4. Not in my area, but I think somewhere was... Странно, прошлым ходом было 4, сейчас 4. Australia, but... Wow. Not really. Okay, thanks. Культурка. Ray, do you want the deal? Повалила. Oh, sure. Thank you very much. Так, вот теперь вот это... Так, это мы даем этому городу. Так, ну теперь это все надо обрабатывать. Korea? Все эти... Korea and channel.
Так, здесь, наверное, вот сюда поставим. Так, а куда мне еще тут можно? Около озера этого. Имеет ли смысл? Тут уже мест нету, тут уже мест нету. Ну, в принципе, можно будет там еще город поставить, я думаю. Еще подожду один ход. Тут производственную площадь. Ага, вот здесь у нас построилась промышленная зона. Мастерская. Вот здесь надо, конечно, еще промышленную зону строить. Вопрос, где? О, плюс 3. А вот здесь. Отлично. Вот вам и 3 мастерских в будущем для ускорения индустриализации. Картография ускорится. 2 гавани. 1 гавань у меня есть, вот тут вторая. А, вот тут вторая строится в Банзумпангу. 1 гавань в Мбамбе. Отлично, так, ускорим. Дальше мне надо авиацию, ускорить чудо света промышленной эры. Это Рурка, это Оксфорд. Вообще у нас кто-нибудь инженеров? О, крик, куча инженеров. your land is amazing. I said. Yeah, now I don't really need it. Like, I didn't really know how Petra Outback Station was going to be so freaking bonkers. Ой, какие красивые клетки в Банзансунде сейчас будут. And being merry and young. Yeah, а что по туризму у нас, кстати? 84 туризма. Ну, там лавры генерируют. Так-то you только еще у Венгрии need, больше. Тут производства мало, поэтому я тут всю промышленную зону пытаюсь всунуть. И тут надо будет оставить место для аэропорта в будущем. Дамба. Кампус. Ну, вообще, так как у нас... Научный город государства имеется, то, конечно, кампус было бы неплохо поставить. Bloody hell. What? I just assume sensible. Bloody hell, I'm saying regarding your land. Так, рационализм. Давайте мы купим одного рабочего еще. Я уберу эту карточку на рабочих. Я же нигде их не строю, нет. Значит, ставим рационализм. Соседство кампуса. Мне кажется, торговая федерация мне больше дает, чем соседство культурных для театральной площади. Просто, ну, просто ради интереса давайте глянем. Тут 3 культуры, если я поставлю, будет тут 3. Тут 3, да? И театральная площадь у меня только 2. Да, только 2. То есть я получу плюс 6. А от... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь культур. Ray is definitely the suzerain king this game. Holy... Анкарват, Килвакисивани. Так, ну надо обрабатывать остальные, да? Джунгли в Банзансунде. Rapid deployment.
Where does that actually show? Соточка культуры. Круче меня только венгр и... Венгрия торгует с Грецией. То есть Венгрия где-то там получается, за ним. А грек... Нет, грек низкий. На, нахер ему союзы. Я вот не понимаю, человек играет в FIFA, то есть просто убирает от себя все бонусы. Союзы не нужны. Нафиг надо. Надо все теперь тропические леса в лесопилках уделывать. Так, Кри. 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 I sent you a deal. Мавзолей Геликарнасский. Грек закончил. Промышленная зона, мастерская. И вот теперь, собственно, можно будет и в Мехико отправить. Послов-то. А, я уже отправил. Норм. Дальше идем в естественную историю. Я археологический музей-то где-то дострою. Не хочет мне пароход давать. Маури, интересно, конечно, расселился. То есть он появился вот тут. По идее, вот это его территория. Поэтому он не расселялся. В этом плане мне повезло, что у меня есть место, где расселиться. Where's that fucking city-state science? Somewhere in the map. You can pay me and I show you. Where is this? Can I pay with hummus? Excuse me? Can I pay with hummus? Hummus? Yes, very nice spice. We have a lot of hummus in Australia. По-моему, я гипсом с кем-то торгую, нет? Jesus, yes. Пошла атака. Look, volcano erupt like beans. Блин, придется открывать пушки теперь.
Прям ты хоть теперь еще эти стены строй. Средневековье там. Так, а что с юнитами? Какой у нас тут самый сильный? Вообще, я бы каперов построил, на самом деле. Просто, ну... несколько штучек. И все, подвисло все. Тут надо сюда остановиться, конечно, чтобы лошадь не пробежала. Блин, сейчас у меня тут караван. Вот почему у меня караваны так бегают, объясните мне. Что это за говно? Чтобы их было проще грабить? Он два каравана мне пограбит. Просто на ровном месте. Приходится Виктора. А где звуки? Куда звуки делись? What? Is he declaring war? I had just scout. Wait, guys, is there like a war? Wow, there's an actual war going on. I can't believe it. Yeah, Congo and somebody grab popcorn, please. Scruffle, please stop it with Bologna. What's that? I had Bologna first, bro. But so it's what? Not that big a deal. I have 10. I forget this word. 10 what? No, this guy to send to the city states. Envoys. Envoys, yeah. Yep. So you can. Do it something with Bologna, but I think I have more voices than you. Anyway. Yeah, that's fine. It's yeah, you just spent a lot of voices to nothing. You need six. Well, you should have said something earlier instead of, you know. Так. Shit. Мне нужны каперы. И мне нужно бонус от олигархии поставить. Хрен я что успел. If you would have said something earlier, I would have sent it like a COD or something. Он не грабит караваны? Это интересно. Так. Ставим тут каперов в очередь. Раз капер. Два капер. Три капер.
Все, прям атака пошла на Квангу. Так, а где у нас эти стены там? А, вот здесь. Две бомбарды надо. На автомат поставлю. Так, тут у нас сначала монумент, потом амбар. I hope you're building that army for somebody else. Так. Ну, надо опять в Болонию. Дима, она все-таки работает. Я не понимаю, как вот эта фигня в Конгрессе работает или нет. О, а вот и желтую ГГшку мы нашли. Блин. Мне туда надо послов отправить. А нафига его туда? Вот тут давайте. О! Отлично. Ускорили литье. Следующим ходом, по идее, индустриализация ускорится и... Будем открывать авиацию. Селитровая шахта, две угольных электростанции. Ну, Грек играет дуэльку. Грек играет дуэльку. Что я могу сказать? Кстати, ну у него вот по дорогам он еще может ко мне прибежать. Он этого не делает. С помощью своих рыцарей, между прочим. Не рыцари, это кирасиры. Где они тут открываются? В баллистике. Ну, собственно, там, где и пушки. Ну, у меня прокачанный Виктор. И благодаря этому я могу тут стоять. Довольно долго. О, и сейчас я беру еще плюс 7. Можешь долбиться об него сколько хочешь. Художник. Художниками, кстати, некуда, потому что нету... Ну, то есть я только в одно место могу его... В столице. Опять кто-то вылетел. Пока сейв грузился, я обратил внимание, что у Конга в столице как раз 5 шедевров можно, а не один. Как у других. Поэтому моего художника можно... А где он, кстати? А, ну да, сейв же. Сейв грузили, поэтому я художника могу нормально здесь вначале разместить. Все хорошо. Что он догадается наконец как-то сбегать вокруг? Как вы думаете?
Так, тут обработано. Тут давайте. Ну, этот еще. Сколько осталось? 4. 2. Давайте тут обработаем. Ну, у меня будут города расти, как на дрожжах. О, надо черепашек обработать. Так, тут еще одного капера тогда в очередь поставлю. Или, нет, надо археологический музей строить. Надо археологи... Тут нужны быстрее археологи, нужны быстрее реликвии. Подождите, или это реликвии, а не артефакты? Стоп, стоп, что там? Артефакты, да. Нужны быстрее. То есть вот тут три артефакта в столице и в Мпинде. Это важное дело. Так, мастерская завершена. Ну, я бы кампус тут тоже сделал. Плюс один. Ну, здесь плюс два. Придется здесь пока производство убирать. Ну, что поделать? Кампуса нужны. Он там мне бомбит меня. Может здесь дамбу построить? В этом городе? А, 17 ходов, да. Банза. А, уже построено. Ну, не знаю, мне вторая, наверное, не нужна. Театралочка. Тоже не особо. Может, здесь, кстати, капер? Не, давайте рынок, ладно. Я желтую ГГшку нашел. I'm here. Так, я деньги коплю, кстати, на... на апгрейд. Ой, на покупку сразу археологов. Barbarian field cannons, holy shit. My favorite barbarian subs. By the way, Netherlands, that is not an offensive encampment. I just need to place it somewhere. So, I'm not attacking. Oh, water balloon dad. I am not attacking. Calmly. Be nice about this. Так, строим лесопилки на тропических лесах. Сто пять, а здесь тоже 105. Не, тогда дождемся, что оно само присоединится. Robin, run away, Sir Robin. О, а вот эту ж я могу передать, да? О, так, зашибись. Ох, Мбанзансунди, красивый город. Немножко приостановим его рост. Так, универ. И после универа Мбанзу. Где? Вот здесь.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжение могут увидеть уже прямо сейчас во вкладке «Сообщество». Для всех остальных она появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!